Русские народные сказки известны всем с раннего детства. Ребята, а вы знаете русские народные сказки? Да! Ну, какие русские народные сказки вы знаете? Каша с полтора. Курочка ряба. Колобок. У страха. Так, ну молодцы, я вижу, вы очень много сказок знаете. Хорошо, это не сказка. Так, хорошо. Так, скажите, ребята, может ли сказка сегодня нас чему-то научить? Русская народная сказка «Гуси-лебеди». Ты здесь посиди, я немножко поиграю. А то лепись, форе весь кисле. Где братец? Где братец? Здравствуйте, здравствуйте, Петька, куда улетели гуси-лебеди? Здесь моего Яна пирожка из козы. У моего батюшки пшеничные не едятся. Здравствуйте, здравствуйте, яблонька. Куда улетели гуси-лебеди? Съешь моего простая яблонька, скажу. У моего батюшки садовая не едятся. Здравствуйте, здравствуйте, речка. Куда улетели гуси-лебеди? Поешь моего простого физика с молочком, скажу. У моего батюшки сливочки не едятся. Здравствуйте, бабушка. Здравствуй, девица. Зачем ты пришла? Я ходила по лесу и замерзла и пришла погреться. Сади, иди кузей. Бери, как мне кашки, я тебе быстренько скажу. Баба Яга пошла баню запить, она тебе вымоет, пить посадит и съест. А сама на твоей постель покататься. А я за тебе поприду. Здравствуйте, речка, ты меня спрячь. Поешь моего простого кизика прячу. Спасибо большое. Здравствуйте, здравствуйте, яблоня. Ты меня спрячь. Поешь моего лесного яблока, скажу. Спасибо большое. Здравствуйте, здравствуйте, Петька, ты меня спрячь. Здесь моего дядного пирожка спрячу.
Ребята, читайте сказки. Сказки заложены мудрости.